Привет, меня зовут Евстафий Михаил. Валентина. Жаркова Тамара. Александр Ахмеев. Деловский Виталий. Бровин Женя. Анна. Руслан. Артем. Алексей. Талмаз. Сейкин Иван. Санелла. Казов Артем. Рук. Руслан. Ольга. Хо-хоу! Моя точка А 0000 рублей. Точка А это 50. 17 тысяч. 140. 6 тысяч. 36 тысяч. 16. 14 тысяч. 80. 70 тысяч. 30. И моя точка В 500 тысяч рублей. 150. 70 тысяч. 600. 20 тысяч. 180. 150. 200. 150. 100. За эту неделю я открыла павильон в торговом комплексе «Бигзур». Выполнила, наконец-таки, свой план «Кинжал». Сегодня увидела первые плоды своей работы. Сделал два ключевых действия на этой неделе. Первое – это нанял девочку второго проект-менеджера. И второе – это я позвонил все низковисящие фрукты в своем бизнесе. Это мои старые клиенты. Итог. На 114-500 уже собрал предоплат. И на 600 – две предварительные договоренности, пожав руку двумя заказчиками. Мы открываем новый центр и запускаем новую программу обучения на расстоянии. Были встречи с VIP-тенерской группой, с Мариной Легостаевой. Оттуда вынесли очень много интересного. И в частности, ее методику по утрам орать. Двое ребят есть в нише, мы помогаем друг другу. Идет работа. Я сейчас узнал, что такое реально низковисящие яблоки. И я советую всем обратить на это внимание. И приезжайте к нам в город, посмотрите, как у нас круто и красиво. Решение многих проблем лежит на поверхности. Нужно просто шире взглянуть на эту проблему. Сфера салонов красоты. Приглашаю к сотрудничеству поставщиков профессиональных линий для волос. И всех единомышленников, кто увлекается бьюти-сферой. Я отличился тем, что уехал в другой город на выполнение плана кинжала от страха. Не знал, каким методом, и выбрал физический труд. Вот, работаю в Великом Болгаре. Очень-очень устал. Не могу уже, ни тело не чувствую, ничего вообще, кое-как тут выживаю. Вот, всем привет! Бизнес-молодость, ЦЭК-27, город Казань. Это мега круто! Я являюсь десятником своей команды «Спартак». Меня зовут Санников Александр Геннадьевич. Прошу любить и жаловать. По-любому всех выведу на новый уровень дохода в пассивном режиме, потому что я реальный представитель IT-холдинга «Симкорп». Я выведу вас на новые экономические возможности.